Трейбрейцин. 4 марта 2019 года. Здесь вход на городской парк. Или в городской парк. Это вот здание ресторана было. В городской парк, стадион. Вот тут видно, написано. Парк, стадион, 1977 год. Вход в парк со стороны кладбища советских воинов, погибших в последние дни, последний год Великой Отечественной войны. Вот оно в кадре. Почему я сказал ресторан здесь был? Есть текст. Вот здесь есть текст на этом вывеске или шильде. Сейчас мы посмотрим. Потом пойдем мы на территорию кладбища зайдем. Вот ресторан. Плохо вижу. Надеюсь, получше будет видно на видео. Да и фото я уже сделал. Посмотрели. Я думаю, здесь бывали наши военнослужащие. Трейбрейцин недалеко от Альтеслагер, Ютербок, другие гарнизоны. Выйдем отсюда и зайдем вон там, в том входу, в входе. Одиннадцать градусов или 12 тепла, пасмурно, правда, но дождь не идет, уже радует. Ветерок небольшой. Времени, наверное, ближе к 10, то есть рано еще. Движение здесь не оживленное, здесь одностороннее движение. Вон машина вышла со стороны центра. А в эту сторону нет движения. Дальше там, это все ремонт недавно сделали. Новая мостовая, там дальше мостик новый. Многое что изменилось. Вот вход на кладбище. Здесь были ворота. Вот они вот так открывались. Ходили, видимо, на каких-то роликах. Фотографии мы ранее делали здесь, на кладбище. А вот видео не помню. По-моему, у нас нет видео такого материала группы Альтеслагер. В настоящее время, конечно, видно, что тут листва, тут не очень приглядно. Но все-таки это только зима закончилась. Большой уборки тут никто не проводил, не делал. Вот тут ресторан, который я обозначил в начале видео. Продолжаем движение. И вот за этим, с этими ступеньками заканчивается уже кладбище советских воинов. Начинается немецкое кладбище.
Не померкнет слава героев, павших в боях за социалистическую родину, и веками их доблесть будет жить в сердцах миллионов трудящихся масс. Если плохо видно, я продублирую. И вечная слава герою Советского Союза, полковник Дякин Н.П., павший 23.04.1945 года, герою Советского Союза, старшему лейтенанту Жарчинский Ф.И., павший 21.04.1945 года за освобождение города от фашизма. Здесь на стелах увековечены имена похороненных здесь военнослужащих, погибших воинов. Надеюсь, будет видно, кому это интересно. Фото тоже я уже сегодня сделал. И подобная стела стоит с левой стороны. Я думаю, будет ветер мешать. Закрыт микрофон, однако слышу, что гудит. Такой же текст на немецком языке. На этой стеле, гранитной плите. И вот также увековечены имена павших бойцов, воинов. Это все Троебрыцин, ребята. Солнышко выходит. Уж не знаю, хорошо ли это будет или плохо. Здесь мы завершили осмотр. Пройдем дальше. Там, где лежит лев. Я встречал фотографии участников группы, сфотографированные у этого льва, который за спиной. Вот здесь начинается территория немецких захоронений Второй мировой войны, так написано. А эта территория, насколько я помню, это здесь похоронены и памятник участникам Первой мировой войны. Могу ошибиться. Вот этот лев. Тут есть текст, совершенно не читаем для меня. Памятник. Народ любит. И, может быть, кто-то прочтет. Вот он, этот лев. Символ. Уж чего уж символ. Ну, кстати, вот крокусы здесь начали. Может, я прошел, может и раньше видел. Да вот еще. Вот. Снежники, крокусы. Весна. Вроде как солнышко появилось. Ну, мы же заканчиваем наш видеоролик. Точно, хоть начинай сначала видео делать. Давайте выключать не будем, пройдем, насколько это возможно, на выход. Тут, может, что получше будет видно. Концовка. Слышно, не слышно, птички поют. В парке здесь ремонт идет, какой-то там
реконструкция. Деревья попилены туда дальше за моей спиной. Там, где бассейн плавательный, в тех краях. Написано стадион, а на самом деле тут нет стадиона на этой территории. Видимо, был ранее. Ах, как-то я начинал начало, вспомнил. Здесь многие, конечно, бывали, здесь проводили. Были посещения, возложения цветов, воинские ритуалы проводились. Принимали присягу воины ближайших гарнизонов. Но сейчас вот в таком оно состоянии. В летний период, конечно, здесь поярче все. Ну и сейчас я думаю, что это нет гнетущего впечатления от увиденного. 9 мая обязательно здесь будет все убрано, проведено в порядок, это как уже, как традиция. Все это на попечении города. Уход, содержание в надлежащем виде. Ну вот мы и вышли. Где мы начинали с вами наше видео. Уж не знаю, это, видимо, новодел здание. Что это такое, я даже не смотрел. Всего доброго, до свидания. 4 марта 2019 года, Троебрышево. Всего доброго.